И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я решил записать вот это маленькое видео после того, как мне сегодня пришло сообщение. Сейчас вам покажу. Вот такое сообщение. Привет. Ну, мало того, что оно плохо написано, неправильно. В общем, суть. Привет, когда будет стрим? И это уже после того, как я анонсировал стрим, буквально минут через 10. И я решил, такой, думаю, хорошо, запишу ролик о том, как же все-таки узнать, когда будет стрим, особенно когда он уже анонсирован. Заходим на свой канал. Это мой второй канал. Вот, мой канал, да? Заходим на свой второй канал. И либо вы ищете в подписках мой канал, либо тот канал, где вас интересует стрим. Либо нажимаете подписки, как я делаю, собственно. Нажимаю подписки, и я вижу все абсолютно видосы всех моих каналов, которые я подписан. Ну, на этом канале я подписан только на сам себя, чтобы показать вам что-то как-то где. Вот, и все. И здесь маленькая хитрость, судя по всему. Раз вы все-таки до этого мало кто догадываетесь. Начало 9 марта 2017 года. Это, во-первых, четверг. 22:00. Это по моему времени. У меня сейчас 20:40. И, соответственно, по вашему времени, по вашему часовому поясу, будет показано именно ваше время. Можете сделать напоминание, чтобы не пропустить. Дальше заходим на видео. Здесь вообще все легко и просто. Вы сразу же видите время, через сколько. Опять-таки же, вот мое время, 20:40. Час 20 ровно, можно так сказать. До стрима. Здесь еще раз дублируется дата, время и через сколько будет. Все. Ничего не нужно делать. Здесь вы можете уже в чате общаться с людьми, кто зашел. Написать в чат что-нибудь можете. Можете поставить лайк уже. Можете еще раз нажать на колокольчик и уведомление, чтобы у вас было о канале всегда. И все. Вам ничего не нужно делать. Все. Это очень легкий способ узнать о том, когда будет стрим, через сколько будет стрим. Учитывая, что у меня стримы каждый будний день идут. Ой, каждый будний день. Каждый четный день. То есть вторник, четверг и суббота. Здесь вообще ничего сложного нету. Да и каждый раз в одно и то же время. Все, на этом все. В общем, надеюсь, вам очень помогла эта информация. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все дела. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Всем пока. И ищите только правильную информацию о стримах. Это удобно. Стримеры так и делают.